Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сестры! Приветствую вас на проекте «В православии» и с вами я, священник Александр Ермолин. И сегодня мы с вами говорим о 10 фактах о празднике Крещения Господня и о Святой Воде. Итак, факт номер один. Нет какой-то отдельной Богоявленской и Крещенской воды. 18 и 19 января освящение воды совершается по одному и тому же чину. То есть никакой-то отдельной воды Крещенской и Богоявленской не существует. Факт номер два. Купание – это народная традиция. Она не имеет церковного основания, об этом не говорится в канонах, в правилах церкви и так далее. Это просто народная благочестивая традиция. Факт номер три. То, что купание – в проруби, оно не очищает от грехов. Часто люди окунаются в ледяную воду и думают, что таким образом смывают все грехи. Некоторые говорят, что смывают грехи за прошлый год, ну и так далее. Но дело в том, что это неправда. Более того, к сожалению, часто крещенскую воду используют разного рода экстрасенсы для того, чтобы проводить свои магические обряды и проповедовать идею о том, что якобы она очищает от грехов. Но это неправда. Потому что все грехи прощают человеку в таинстве исповеди. А вот для того, чтобы пойти на исповедь, зачастую нужно больше решимости, больше мужества для того, чтобы прийти и покаяться, чем для того, чтобы окунуться в ледяную воду. Факт номер четыре. Крещение – это пример для каждого православного христианина. Господь наш Иисус Христос пришел в мир, нас ради людей и нашего ради спасения. И Господь крестился в водах Иордана, показывая пример человечеству. Вот так нужно делать. Каждому человеку, кто хочет жить духовной жизнью, кто хочет быть со Христом, должен креститься. Господь дал нам пример. Факт номер пять. Крещение отмечают в храме. Именно в храме, потому что в храме совершаются красивые богослужения, богослужения, которые излагают суть православного понимания таинства крещения. 18 января в сочельник совершаются царские часы, которые совершаются всего лишь три раза в год. То есть это очень красивые богослужения, которые нужно на них быть, нужно помолиться, нужно причаститься. Ну а набор святой воды уже вещь абсолютно второстепенная. Факт номер шесть. Вся ли вода святая? В этом часто говорят люди, что вся вода становится святой в сам день, и что даже вот там в канализации, в водопроводе, в бассейне, везде, всюду становится святая вода. Это не так, потому что мы молимся, мы освящаем ту воду, которая в храме, мы над ней читаем молитвы на освящение, мы ее благословляем. Вот эта вода становится святой. Да, конечно, Господь благословляет все естество водное, Господь освящает собой весь мир, но святой водой, великой агиасмой, то есть великой святыней, является именно вода, освященная в храме. Факт номер семь. Святой водой можно лечить, но это лечение, оно должно быть в дополнение к лечению медицинскому. Некоторые люди, к сожалению, считают, что вот если я буду пить святую воду, то только из-за нее получу полностью себе исцеление. Это не совсем так. Это великая святыня, это великое благословение Божие. Но вместе с тем нужно сочетать употребление святой воды, сочетать его с нормальным медицинским лечением, которое необходимо для вас. И вот в таком сочетании идеальном Божьего благословения и лечения это будет самое хорошее и самое полезное для вашей жизни, для вашего здоровья. Факт номер восемь. Крещенская вода не портится, то есть за какими-то буквально уникальными исключениями. Она хранится годами, она хранится десятилетиями. И что самое важное, самое интересное, что ту воду никак специально никто не обрабатывает. То есть ни в одном храме ее как-то не насыщают ни серебром, ни как-то по-другому не консервируют, не пытаются сохранить. Это действительно чудо Божие, когда святая вода хранится много-много лет. Факт номер девять. Набор святой воды – это тоже целое таинство. Очень часто бывает так, что люди приходят в храм и расталкивают друг друга, занимают очередь, ругаются друг с другом. Нужно помнить одну великую вещь, один великий принцип, что святыня, ради получения которой человек всех растолкал, семью поругался, эта святыня будет для него во осуждение, а не на помощь. То есть святыню нужно набрать благоговейно, прийти в храм, помолиться и таким вот святыню получить. Иначе можно получить ее во осуждение. То же самое, что касается и употребления его в пищу, святой воды. Нужно, естественно, помолиться, прощать молитвы на принятие святой воды. И, кстати, очень часто люди думают, что ее можно пить только натощак, а это является заблуждением. Святую воду можно употреблять в течение всего дня. Перекреститься, сказать: «Господи, благослови», прочитать молитву на принятие святой воды и причащаться ею в течение всего дня, то есть к ней приобщаться. Ну и факт номер 10, то, что касается
как поступить с той водой прошлых лет. Бывает так, что святая вода хранится долго, и вот она стояла год, два, три, мы ее не выпили. И люди говорят, хотели бы как-то вот немножко ее утилизировать. Такое слово может быть удивительное, потому что в святой воде будет. Но хотели бы ее куда-то девать. И в итоге нужно что делать? Нужно ее вылить в непопираемое место, а лучше всего просто напоить цветочек этой святой водой. То есть не надо выливать ни в коем случае в канализацию, ни в коем случае как-то в такое попираемое место святую воду, если она уже совсем очень старая, можно вылить цветок. Это будет такое благословение и для вашего цветочка тоже. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вас поздравляю с грядущим днем Крещения Господня и желаю помощи Божией нам во всех путях нашей жизни. Спаси Господи, с праздником!